саженцы лапчатки кустарниковой белиссимо, потентила фрутикоса, вырастают в компактные красиво цветущие кустарники. Растение сильноветвистое, используется для оформления бордюров и альпинариев. Высота куста до 30 см. Лапчатку можно высаживать как почвопокровник. Зимостойкий и засухоустойчивый сорт. Не переносит тяжелые почвы. Относится к светолюбивым растениям, но хорошо переносит легкую полутень. Соцветия распускаются в июне. Период цветения длится до сентября. Цветки розового оттенка, полумахровые. На солнце лепестки не выгорают. Цветки небольшие по размеру, диаметром до 5 см. Лапчатка кустарниковая белиссимо – это многолетнее растение высотой 30 см. Кустарник лучше всего подходит для групповых посадок. Лапчатка прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для любых типов почв. В качестве места выращивания лапчатки прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает лапчатка кустарниковая белиссимо в месяц июль, июнь, август, сентябрь. Цветок окрашен в розовый цвет. Интересные цветы лапчатка могут быть до 5 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.